Алло. Герман, привет. Что делаешь? Привет. В покер играю. $20 положу, уже 100 на счету. Может быть, 150 скоро будет. Так что... Возможно, даже с меня Сережка. Слушай, давно не виделись. Может, сегодня встретимся у меня? Нет, давай, наверное, не сегодня. Еще собирался поиграть. Так что, ну, точно не сегодня. Ладно. А может... Алло, Лиз, привет. Ты представляешь, сегодня за ночь я, играя в покер, выиграл $1000. Вот просто так, за ночь. Со мной такого никогда не случалось, это очень круто. Герман, 6 утра. Ну, послушай, ну, ничего страшного. Ну, 2 грамотных all-in, и у меня $1000. Ну, так что, может, сегодня встретимся? Сегодня, наверное, не получится, ты понимаешь, я... Привет. Привет. Послушай, прости, что не получалось встретиться, но ты же знаешь, я играю. В последнее время у меня буквально каждый день турнир. Помнишь, на прошлой неделе у меня было $1000. Правда, сейчас 300, но ничего страшного, я обязательно отыграюсь. Сейчас у меня турниры буквально каждый день, и сегодня, кстати, один. Чего ты стоишь? Проходи. Зачем тебе все это? Ну как зачем? Я зарабатываю этим деньги. Причем гораздо больше, чем любой мой одногруппник. Просто так, сидя дома. Это ненормальный способ заработка. Постой. Смотри, здесь есть один игрок. Вот он. Он очень крутой. Он мой единственный толковый противник. Возможно, именно с ним я встречусь в финале. Финал? Ну да, покерный турнир. Я попадаю сразу в финал, потому что выиграл в онлайне. На кону будет крупная сумма. Это только для избранных. Настоящий стол, настоящие живые игроки. Тебе не понять. Мне не понять? Ты вообще помнишь, какое сегодня число? В смысле какое? Ну, 3 марта. И что? И? Что и? У меня сегодня день рождения. Все, я пошла. Добрый день. Привет, а Лиза уже спит? Да, я не к Лизе. Я к вам. Ну, хорошо, проходи, сейчас чайник выставлю. Лиза говорила, вы гадаете. Да, но очень редко. Я буду участвовать в карточном турнире. По покеру, и мне очень важно знать, какая из раздач по счету принесет мне удачу. Нехорошее это дело, Герман. Пожалуйста, для нас с Лизой это очень важно.
После главного турнира я с этим покончу. Я надеялась, ты не выберешь игру. Как ты не понимаешь, я не выбираю игру. Я выиграю, и все закончится. Ну, тогда... До свидания.